Всем добрый обед уже, добрый день. Ой, мы сегодня поздно встали, сейчас с моей сестрой идем на море. Вообще мы пошли в Магнит, ну как она мне сказала. Но в итоге я не захотела просто идти чисто в Магнит, поэтому я ее уговорила на море. Куда нам? Прямо. О божечки, прямо 1 километр, 500 метров. Ладно, в общем, идем на море. И еще мне вчера натерли ноги, это был какой-то трэш. Просто смотри, вот лестница, и там даже конца не видно. Это капец. Да что-то с чем-то, девочки и мальчики. Тут, Оля, сколько ступеней ты считала? 120. Итак, я уже привелась более-менее в порядок. Сейчас хочу пробовать пенкой снова уложить свои волосы. Первый раз пенкой я пробовала укладывать в Ростове. Вот, поэтому сейчас хочу пробовать их красиво уложить, потому что вечером вылетаем в Питер. И также хочу себе сделать бровки, подщипать, покрасить, вот, в общем, привести себя в красивый вид. Итак, что мы с собой берем? Тут у нас шампунька, бальзамчик, это что у нас? Это умывальник, умывалка, зубная паста, вот, и вот такой классный пакетик, газик. Так, ну что-то я себе нафаячила, как это сказать? В общем, что-то я себе сделала. Честно, я вообще не понимаю, нормально, ненормально. Вот, немножечко подожду и буду смыть, там немножко подправить. Вот. Короче, надеюсь, что все нормально и что я не передержу краску, потому что да. Но я не знаю, кстати, почему, я видела, что многие наносят от начала и к концу. Но для того, чтобы... Ну, и потом, типа, начало раньше смывают. Но я не хочу резкого начала все равно, поэтому я начала делать с конца и постепенно переходила наперед. Вот, надо подправить, ну, потому что очень не подсказывает, что нужно уже немножечко начинать смывать, потому что потом будет пипец. Правильно, если что, можно подправить, правильно? Ну да, оно уже нормально подкрасилось. Наверное, сейчас я буду уже смывать потихоньку. Потихонечку буду смывать. А ну реально нормально подкручу себя. Просто шоку. Просто шоку. Ладно. Ладно, все еще. Ой. Чуть-чуть все. Ладно. Сейчас мы Ладно, давайте посмотрим, чтобы лучше я повторно потом нанесу. Нежели я передержу и буду ходить с черными бровями. Поэтому сейчас мы смоем. Вообще, что я начала эту смывать, если я первую эту начала красить. Ой, даже... Надеюсь, все нормально. Так вам. Не, ну как по мне, симпатично. Ой. По мне реально симпатично и прекрасно. Радуюсь я теперь в этой воде. Не, ну симпатично, мне нравится. Мне кажется, еще бы чуть-чуть, и было бы прям идеально, да? Поэтому, наверное, сейчас еще вот кончики вот тут прокрашу, еще немножко выдержу, и все будет шикарно. Надо теперь их высушить. Пойду сейчас, короче, их подсушу. Типа протру сухими дисками, и все будет чики-пуки. Ребята, посмотрите, какая у нас красота. Это просто вид из окна. Просто шик. Так, переходно. Могу теплить. Сейчас зашли, мы перекусим. Вот. И все. И через час пойдем уже на регистрацию. Мы уже прошли. И пойдем. Оля, как называется, куда мы сейчас пойдем сейчас? Чистую зону. Вот. Мы, кстати, сами сидим обе возле окошка, но через ряд. Как бы хорошо, вроде нет. Что-то странное. Мы пришли, там уже виден самолет. Боже мой, куда идем? Оля, ваши шишины. Интересно, на ногам. А тут же можно, Оль, посмотри, там дальше можно выглянуть. У нас целых два окошка. Божечки, мы скоро полетим. Я немножечко в шоках. Немножечко в шоках. Вот у нас фотографируют. Ой, нет.
Чуть не улетели мы. Кстати, нам удалось приняться, слава богу. Это радует. На самом деле, я думала, что поезд будет маленький. Он будет какой-то... Ой, самолет, он какой-то большой. Это, конечно, хорошо. Но мне почему-то не мешает уверенность. Там их интересно. 21, на котором мы сегодня выполним весь по нашему кораблю. Ты что, мы сюда не залетаем? Не прямо сейчас. Чуть попозже. Давай, девочки. Мы тут уже была типа как мини-паническая атака, я задыхалась. Мы так пустим. Ждали, пока мы прилетим. Это будет трэш. Мы встретили за минут 3-5 туалета. Все, группа. В общем, мы уже на готове. А сейчас мы в туалете. В общем, вчера купалась в море, а сегодня на мне кофта, свитер и теплая куртка. Ну, она не прям теплая, ну типа такая осенняя. Потому что на улице у нас холодно, примерно где-то 9 градусов и сильный ветер. То есть, например, днем будет 16-20 градусов, а будет ощущаться как 10. 10 градусов у нас последний раз было в апреле. Сейчас июнь. Итак, мы уходим. Я уже чувствую этот холод. Не, ну в принципе, не так уж холодно, да? Ух, ужасный запах. Посмотри, у меня парса там. Да нет, там ничего, это... Я и умение утрирует. Очень холодно. Да ничего не холодно, нет. Не прибедняйся. Хватит. Нам 39-й нужно, пойдем быстрее. Да, спасибо. Что нам нужно пробить? Вырубай как. О, господи. Вырубай свою тарахтелку, да? На подарок, Маша. Маша, пусти меня. Я подразила. Что? Я говорю, это на подарок Маше были деньги. Маша, извини. Маша, с днём рождения. Вау, смотри, красиво. А сегодня? Нет, не 15-го. В общем, рассказываю вам про Петербурга. Получается так, что одной картой можно оплатить... Наоборот, хорошо, с цветом так. Короче, с одной карты можно оплатить только один раз, а второй раз только наличкой. Вот это непонятно. Получается, в Петербурге все равноправие. А почему нельзя тебе? Почему это было сделано? Боже, какой-то кошмар, я думала, он будет прямой. Можно было попрыгать? Мы, видимо, не так стали, не выпустили мужским меркам. Я сейчас буду истерика, мне все хорошо.
Не так уж и глубоко. Мне не нравится пить. Сними свое лицо вот это. Я отказываюсь тут жить. Я считаю, это просто какой-то трэш. Кринж. Это кринж. Я в шоке, как девочки, я просто в шоке. Мы просто с вами ехали и смеялись. Боже, почему так высоко и резко? Красивое здание. Ну, красота. Да. Просто шутка. В общем, мы с Олечкой пофоткались, на самом деле. Очень приятная такая погода, и зря мы взяли кучу вещей. Ну, кто бы мне сказал. Понятно, что всего лишь 15 градусов ощущается как 14. Но очень жарко. Прям да. Очень. Очень жарко. Оля вам жалуется. Короче, а мы пофоткались, Оля сейчас смотрит фотографии. Я буду смотреть свои. И в принципе мы сейчас уже будем выдвигаться в институт. Я буду в палате лежать 5-6 часов примерно. Да. Нет, не радует. Я боюсь всех этих иголок, что мне будут водить. Это для меня очень страшно. Я чувствую, что у меня начнется что-то наподобие панической атаки перед тем, как я зайду в палату. Вот. А вообще, на самом деле, я словила грустинку, пока лежала. То есть мне ввели препарат, они сделали ПКТ и... Ай, не просто бинт. Вот, и я просто легла, меня отправили в палату, я выпила воды там два стакана, легла в палату, просто накрылась, о, красота, просто накрылась одеялом и все. И меня потом разбудили. Я, в общем, уснула. Итак, ребята, мы приехали. Сейчас будет рум-тур в нашей квартире. В общем, мы зашли, у нас тут такой... А ты меня снимаешь уже? Да. Простите, дорогие. О, господи. В общем, мы проходим. У нас, видимо, какие-то шкафчики такие. Ну, приличненько, приличненько. Даже постельные подушки. Конечно, есть. Даша, ты думала... Я думала, не будет. Угу. Плита индукционная. О, господи, с какой стороны? Угу. Вот тут тоже что-то имеется, сковородки. Как будто мы будем готовить. Мы не будем готовить. Вот, розетки, огромный телевизор. Так, надо мне снять мою кофточку. Вот ее повесить. Короче. Батюшки, господи, боже ты мой. Еще бы уметь таким пользоваться. Угу. Так, холодильник. Все очень компактно. А, excuse me, куда мусор? Пока это мы не знаем. В общем, вот. Вот мусор. Олечка, вот мусорка. Боже, у нас вся одежда в пуху, короче. Стулья, телевизор, тостер даже есть, чайничек, даже для поднятия настроения. Понимаете, это наш уже, да? Открывается на прекрасный вентилятор. Балу. Не, ну почему? В принципе, нормально. Красивый подоконник. Инстаграм. Короче, вот такая вот забыла батарея. Классные стены. Мне нравятся такие же у нас в коридоре. Вот. Вот такой вот диван. Мы сейчас будем спать, и все. Раскладушка. О боже, в смысле? В смысле? Я не знаю, как тут. В смысле? Я думала, это шкаф. Нервничай. Может, подушку надо туда убрать, Оль? Нет, он там должен лежать. Так, вертикальные ножки. Боже, я сейчас... нужно убрать. А то будем... Нет, вообще я смотрела обзорчик, то, что они там лежат. Ну, давай. Ну, нет. Давай уберем. Не будем ломать. Сейчас. Подожди, я поднимаю. Господи, что за выражение. Ну, давай. Господи, давай. Ну, супер. Может, даже что-то поставить. Опа! Фу, грязная! Это же не постель, это матрасник. Какая разница? Ой. Ну все, обратно. Ты сейчас подумаешь.
Я сейчас спать буду. Торшер. Ой, надо включить сначала. Ну, короче, в принципе, такая вот классная. Не так, Ивана. О, господи, она тут вообще есть. Я не знаю, даже... Смотрите, как она смотрела. Сенсорно. Прошу. Оле нужна была музыка, вот она имеется. Оля, посмотри, ты видела эту стиральную машинку? Кошмар. Ну, хорошо. Вот так вот. Душик. Тропический, так называется. Короче, это все есть, все есть. Просто супер. Пупер. Все в кайф. В поисках еды. Потом были на Казанский собор. Да. Красота. Особенно Кио. Просто пушка. Так, нам принесли пиццу. Вас снимать? Конечно, Оля уже наготовила. Ты уже наготовила, я вижу. Короче, будем пробовать пиццу. Вот так, девочки, такие красивые тарелочки. Похожие в Сицилии. Если бы такие добавляла в корзину Дуни. А? Я их не видела. Короче, вообще красивые тарелочки мы оценили. Приятного аппетита. Нам принесли пасту. У меня аматричана. Лучше я прям уже. Да, правильно? А Оля карбонара, да? Классика, короче. Вот. Но почему-то не понимаю, почему мне не нравится запах моей. Ешь. Точно. Что-то мне нравится. Ну ладно, попробуем, что-то попробуем. Где мы? Конечно же. В том месте, где хочу снять себе лавстори на свадьбу. Боже, посмотрите, какая красота. Олечка сфотографируется. Вообще, мы должны были сюда приехать утром, но я перепутала название. Поэтому, да. Немножечко вышла из-под контроля. Все, это безумно красиво. В стиле солнечные лучики для прекрасных фотографий. Я максимально расстроена, мне из-за этого разболелась голова. Но у нас есть также хорошие новости. Это то, что когда мы пошли на обследование, потом показали результаты, что есть вероятность, доброкачественная у меня опухоль. Но это не 100%, а вообще там все под вопросом, огромное количество вопросов. Поэтому 19 числа все точно станет известно, будет ли у меня операция или операции у меня не будет. В общем, как-то такие, как дела. В общем, мне сильно сохнет не буду. На самом деле, мы максимально устали, уже примерно 10:30. О! Короче, купили мы продуктов сегодня перекусить легко. Завтра поужинать, плюс завтра в аэропорту покушать. Ну, такое типа чистая вода, сок, фрукты. И все. Это все, что мы купили. Вот, в общем, такие пироги. Сейчас стоп, мы почти пришли. У меня ужасно сильно. Куда? Ну, ужасно сильно болят пятки, колени и спина. Потому что мне нужно спину держать ровно, сколиоз, а я хожу, как всегда, неровно. Кошмар. Мы сейчас узнали, что с 11 июня по 2 июля белые ночи. Мы как раз попали, просто посмотрите на погоду. Ну, типа, ждем. 3500 стоит. В принципе, нормально. Для Питера, мне кажется. Что мы снимаем? Мне кажется, это вообще... Да, мне кажется, вообще для Питера... Кайф. Например, приехать на 3 дня на 12 000 на двоих вообще. Да что вообще, ну это нормально, садимся. Господи, помогите. Прикиньте, мы что будем сюда проходить. Это так долбесно.